Нехватка парковочных мест в микрорайоне Дрожжино для жителей тема острая. На улице Южной напротив дома номер 9 открыта новая парковка, которая призвана упростить сложившуюся ситуацию. Начальник территориального отдела номер 25 Госсадмтехнадзора Московской области Игорь Винокуров отмечает, самые частые обращения от жителей поступают по проблеме парковки на газонах. Эта проблема постепенно решается. В данный момент усилия и Госсадмтехнадзора совместно с администрацией и застройщиком усилия делаются на то, чтобы открыть больше парковочных мест. Проблему нехватки парковочных мест в микрорайоне компания-застройщик решает. Пространство для машин и мест организовывают, расширяя заездные карманы. Еще одна парковка на 350 мест появится весной следующего года. Арсений Рогозянский, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.